Я вспоминаю с благодарностью то время, тот час, когда я познакомился с Игнатом Тихоновичем. Это было в день крещения дочери, когда мы, долго плутая, выехав рано из Барнаула Марина, в сторону Потеряевки, искали эту самую Потеряевку. Она так потерялась, что мы ее очень долго искали. Но нашли. И вот там я впервые услышал слова о том, что есть истина, что есть Христос, что есть Библия, что эту Библию, оказывается, нужно изучать, и изучать всю жизнь, и жизни мало для изучения Библии. Там была моя первая исповедь, за которую мне стыдно и до сих пор, которая была не исповедь, а самовосхваление. После были занятия в педагогическом университете, потом в Алтайском государственном университете. Радостно было видеть увеличение числа слушающих эти занятия, эти беседы по изучению Слова Божия. Мы действительно были с открытыми ртами и ушами, впитывали как губка слова истины Христовой из уст нашего проповедника. Я с благодарностью вспоминаю те дни, когда мы пребывали на Никитина в этом доме на втором этаже. Это небольшой дом, это небольшая квартира, но вмещала много желающих людей познать истину, познать цену дружбы, общения друг с другом. И вспоминаю тот день, когда моего сына принесли мы после крещения через полгода. Это был как раз праздник крещения 19 января. И опять очередной раз было застолье, также в этой квартире. Там Игнат Ильич соорудил такой стол, выдвигался, раскладывался там из картона, там просто все. И очень быстро и легко это улаживалось. И гостеприимная Надежда Васильевна, и все мы дружно садились за этот стол и трапезничали. Вот эта трапеза у нас и до сих пор продолжается. Слава Христу, что я имею вас, дорогие мои братья и сестры. Я рад, что нахожусь среди вас. Благодарю Господа за это. И прошу, чтобы Господь сподобил нас, как община Анфима Никомедийского, чтобы наша община взошла на небеса всем нашим составом. Да сподобит нас Господь этого. А нашим батюшке Игнату Тихоновичу многое лето. Многое лето.